Шуба-дуба-дуба-пада-па-па. Е-е-е. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с вами посмотрим нечто необычное для моего канала. Короче, многие из вас просили у меня поиграть в ГМОД и поиграть во всякие веселые мини-игры, поэтому я решил собраться со своими друзьями, редакторами из группы и погонять в ГМОД в режим Murder. Там суть в том, что один из игроков убийца, другие не знают, что он убийца, и убийца должен всех поубивать и при этом желательно не спалиться. Я надеюсь, ты понял, в чем суть игры, и надеюсь, вам понравится эта моя небольшая нарезочка монтажек. Мне было очень интересно ее делать. Иди как кобой. Все ужасно. Хорошо. Кто у нас убийца? Блять, ну да, глупо было бы ожидать, что убийца такой. Я убийца! Давайте, ребята! Давайте, бегайте за мной. Насмехайтесь надо мной. Я тут вижу чьи-то следы, кстати. На земле можно видеть следы. Привет, Янки. В церкви. В церкви. Папа, да, папа, Янки. Папуся, не стоит. Стой, я папа, спокойно. Ну и что, что ты папа, я не верю тебе, отец. Следы, следы на полу видит только убийца. Следы да на полу хорошо, видишь, я тебя не убиваю. Папа, слышите? Уйди, папа меня зажал, меня зажал папа, ребята. Следы на полу видит только убийца. Тут две папы. Следы на полу видит только убийца. Слушай, я вот не доверяю вот этой папе, которая девушка, погоди. Папа-девушка. Она бегает за мной и, по-моему, хочет меня. Андрей, Андрей. Девушка-папа, что? Ты видишь следы на полу? Нет. Тут два папы. В смысле нет? Ты только что сказал, что да. Ладно. Да похуй! Поехали! Бля-бля-бля! Немножко палево! Люди запомнят это, как великую церковную резню. Когда убийц спалился, что видит следы. У тебя был пистолет, дурашка! Дурашка, у тебя был пистолет! Лучше ты не спрашивал у меня, ты бы мог меня просто убить. Я еще такое ору, блин, те, кто видят следы, это убийцы. И в этот момент он понял, ты дурак что ли? Все сдохли, это прыгает, что-то занимается гимнастикой. Хорошо, остался бой один на один, папа против меня. Папа! Папа! Да. Папа! 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 У тебя проблемы, папа! Бля! Ну что ж ты делаешь, папуся? Ну это было, конечно. Стоп, ты видишь следы? Нет. Я не знаю, кому доверять. Так, там, я знаю, что там. Папа, привет. Папа, папа не убийца. Хорошо. Ага. Если я вдруг замолчу, то это Джульетта. Так, униформ. У нее такое подозрительное китайское лицо. Я ничего не имею в виду против китайцев, но она подходит ко мне. Она села рядом. Слушай, это что-то плохое происходит. Так. Ой, я велик нашел. Папа, держи его. Держи его на прицеле, мне нужно взять. Я слышу, что униформ. Подожди. Ну кого ты убил? Ты пистолет просрал. Папа не убил. Подожди. Ну кого ты убил? Я, кажется, нашел чей-то пекаль. Так, значит, подозрения какие у кого? Спасибо, хороший ответ. Ты один остался. А, ладно. Стоп, что? Когда ты... Так, а кто у нас остался еще из убийц? Я. Значит, это дуэль. Мексиканская дуэль. Я или неизвестный? Нет, тут еще пару человек есть. Дон Хуан. Янки. Что-то мне кажется, что вот тот, кто меня убеждает в том, что есть несколько человек еще, и есть убиваха. Нет, я просто мертв. А, ну тогда молчи, что ты разговариваешь? Я общительный. Ага, ага, кого я вижу? Янки! Так и знал, Янки, что доверять тебе нельзя! Ни с кем ты связался! А вы все Джульетта? Да Джульетта, коза, я не понимаю, на всех да, ты! Блядь! Чё ты ко всем хочу... вообще впритык подходишь? Понимаешь, я хочу преступником побыть. У меня есть пистолет, кюбец! Хо-хо-хо! Я здесь закон! Андрей, стоять! Как тебя зовут, чтобы я если знал? Меня останавливаешься, я тебе в голову просаживаю пулю. Андрей, как тебя зовут, чтобы я знал? Спокойно. Меня зовут Янки. Все, хорошо, двигайтесь. Ага. Все нормально. Все. Так, теперь Янки я закон. Хороший. Кто меня не так, слушает, не сразу получает по щам. Стой, Фокстрот. Фокстрот, стоять! Хорошо, я чувствую власть, отлично.
Так, Фоксерой, что ты за мной бегаешь? Не надо. Оскар смотрит стену. Он аутист, мне кажется. Да, походу он аутист. Нет. Ладно. Так, ребята, у кого-нибудь есть? Браво, браво убийца, браво убийца, браво убийца. Он давно бегает. Браво убийца. Смотри, сзади, вот тут. Понял, понял, понял. Браво! Браво мне! Браво умер! Ты связался не с тем детективом, щенок. Ну не надо бегать так за людьми, чего вы путаете? Все было бы гораздо проще, если бы вы постоянно целоваться не пытались. Я вообще не понимаю, зачем вы это делаете. Парни, вот видите, видите это? Идите сюда оба. Оба, сюда. Окей. А, у тебя пистолет. Фух. Папа. Я вам верю. Папа убийца. Идите здесь. Окей. Я понял. Сыграю на пианино. Так, уйди отсюда, голова. Пам-пам-плеха. Пам-плеха. Все, дайте, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Главный вход. Пам-пам-пам-пам. Слышишь, как играю офигенно? Вообще зачем? Он тот убит. А! Папа! Убей его! Че ты дрочишь там стоит? Все нормально. Хочешь пистолет? А хер тебе. Ой, тут какая-то реклама. Может, убьем Зулу? Давайте кого-нибудь наугад стрельнем. Ну просто выбора нет. Время убивать друг друга. Я не убийца точно, меня убивать не надо. Зулу начал убегать, он боится. Добрый человек не боялся бы смерти, а он боится, он убийца. Ну тогда убейте меня. Он берет нас на понт. Да, конечно. Ну давай, я выхожу убивать. Ладно, я не знаю, сами решайте. Я уже одного убил. У меня явно плохое понимание того, что делать. Котейку кто-то съел! Шавуха! Ребят, кто хочет шавуху? А, ну да, я хочу. Котейка микроволновки. Гордон Фриман в минус. У него глаза какие-то проблемы. Опа. Так у него всегда со зрением проблемы были. И с речью тоже. Привет. Ой-ой-ой, кило. Килограмм пришел. Это Фокстрот, это Фокстрот! Не убивай меня! Я что больше сделаю, отстань! Не да. Сулит. Кто Фокстрот, признавайтесь. Кто? Моя мамаша. О, мы поняли, кто Фокстрот. Ну и на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях, доставил ли вам. И увидимся с вами в следующих сериях. Пока-пока-пока. Удачи!